Друзья, мы, я бы сказал, в эпицентре всех событий, которые происходят сегодня на Дерибасовской. На заднем плане вы можете видеть то, что происходит на сцене и одного из лучших ведущих, на мой взгляд, Алика Ведрова. Ну а все-таки, наконец-то мы добрались до тех, кого видели издалека. В белых кепках с надписью МММ. Что это значит? Это МММ. Три буквы и много-много-много денег. Мы можем многое. А ну или так. И неважно, МММ.